Доброе утро, ребята. Мне сегодня уже 22. Пришли с Колей на завтрак. Будем завтракать и будем ехать домой. Все, ребята, хотела сказать, я уже дома. Нет, домой только что меня завезли. Я оставила вещи, подарки. Кстати, не все же подарки были показаны. Я вам их покажу, сейчас приду. Иду к Веронике за цветами. Мне вчера подарили шикарнейшие букеты. Юля с Леной. Юля очень красивые цветы подарила. Другая Юля. Подарили два букета. Самой Коле подарили шикарные букеты роз. Просто вчера это не показалось. Мы как-то быстро туда-сюда. Надо было ехать. И не получилось это показать. Сейчас я вам обязательно покажу эти букеты. Я тоже буду... Они будут у меня стоять. Буду радоваться. Здесь, что у меня ваз нету. У меня в этом году вот самый больше цветов. В том году у меня было два букета, лишь бы, наверное, вернуться. В том году у меня было два букета. В этом году у меня аж четыре букета. Растет, так сказать. И на все ваши сообщения сейчас могла прочитать. Кому-то ответила, кому-то не ответила. Но обязательно найду на это время. Блин, у нас холодно. А я на злой ни перчатки, ничего не взяла. Ну, хоть шубу можно одеть. Хоть что-то. Остатки моей прически вчерашней. Но честно, у меня в чане смылось, ну, в глазах немножко косметики осталось. А так смылся весь тональник, косметика, волосы, в общем. В общем, есть и будет что вспомнить. Немножко позже я хочу кое-что прокомментировать. Мне уже хочется. Но чуть-чуть позже. Так, ребята, дубль 2. Записывала видео, но, блин, не записалась, завис телефон. Столько хороших слов наговорила, второй раз уже вряд ли это получится, к сожалению, потому что ты когда говоришь искренне, ты не запоминаешь это так. Вот эти вот цветочки подарила, обещала показать вам цветы. Вот эти цветочки подарила Юлечка. Юлечка еще подарила сейчас вот такой вот конвертик. Где вот оно? С днем рождения. Сейчас я вам покажу, что она мне там написала. Сейчас, секундочку. Куда мне это деть? Так. Оно что-то мокрое. Где-то я уже что-то мокрое положила. С днем рождения, Кристиночка. Желаю по жизни идти смело и уверенно. Оставаться всегда такой же доброй, светлой девочкой. Пусть невзгоды обходят стороной, и радость и счастье будет в твоем доме всегда. Успехов, удачи и любви. Люби и будь любима. Юля. 19.01.2020 года. Роспись Юлии. Спасибо, Юлечка, тебе большое. Я очень рада, что ты была гостьей на моем дне рождения. И хочу тебе сказать, всегда тоже оставайся собой, будь уверенной, красивой, сильной, и чтобы у тебя в жизни все-все было хорошо, все так, как ты захочешь. Вот этот, кстати, букет самый такой ароматный, он очень-очень пахнет. Вот. Очень красивые цветы. Спасибо, Юля, большое. Идем дальше. Тут просто я уже все разложила. Вот эти, напомню, цветочки мне подарила Юля и Лена. Вот. Их открыточка. Дорогая наша Кристина, поздравляем тебя с днем твоего рождения. Крепко обнимаем тебя. Желаем исполнения самых сокровенных твоих желаний. Здоровья, чтобы твои красивые глазки сияли от счастья, радости. Ребята, буду сейчас плакать. Мы тебя любим, девочки. Спасибо вам большое. Вас тоже люблю. Такие нежные розы. Все знают, что я люблю розы. Кстати, эти розочки подходят под мой маникюрчик. Так, дальше. Вот эти два букета подарили Коля и Самвел. Честно говоря, по-моему, вот эти вот подарил Коля. Вот здесь 13 таких роз кораллового цвета. А вот те вот, неудобно мне достать, подарил Самвел. Очень они такие красивые, знаете, нежно-бело-розовые. Обожаю вообще кремовые, белые розы. Вообще розы люблю все. Вот, но такие очень, ну вот, прям вот нежные-нежные. Спасибо большое. Очень красиво. Кстати, у меня елка до сих пор стоит. Она еще не умерла. Вот. Спасибо вам всем большое, девочки, мальчики, за реальное внимание, за проведенное со мной время, потому что вот время — это самое ценное, наверное, что у нас есть. Вот так обидно. Сейчас сидела, снимала себя, показывала подарки, показывала... Ну, сейчас я тоже так же сяду, буду показывать вам. И оно не записалось. Вот, не знаю, что у меня с телефоном, как-то вот у него он постоянно глючит. Вот. Все, сейчас показываю подарки.
Так, ребята, дубль 2, потому что с первого дубля не получилось. Ну как, я не знаю, я сейчас даже записываю, я не знаю, сохранится оно или нет. Надо нести телефон в ремонт, потому что видео абсолютно не записывается на него, ну или не с первого раза. В общем, мне подарок вчера подарила еще Татевик, девочка, которая делала мне макияж. Вот такой вот крем для рук. Я уже второй раз, я не могу уже второй раз сказать, так как я говорю первый раз. Такой крем для рук с бананчиком. Патчи, которые можно взять с собой, допустим, куда-то едешь. После празднования одеваешь патчи, чтобы сильно распухшими быть, как я сегодня утром. Поэтому я утром себя сегодня даже не снимала. Вот эта штучка, я не знаю для чего. Вы мне скажите, или я спрошу вот это, что это такое, для чего это надо. Это корейская такая штука. Вроде как видно. Вот. И то, что всегда надо мне, то, что я всегда теряю, расчесывать свои реснички. Уже сегодня так почесала, подождите. В общем, вот эта штучка. Спасибо большое, Тата Вик. Я знаю, что канал мой не смотрит, но я все равно хочу сказать спасибо, потому что я не ожидала такого подарка. Это очень приятный и неожиданный для меня подарок. Так, дальше. Дальше. Где моя... Ой, цветы. Цветы сверху стоят. Забьют меня. Этот, Самвел забыл свой микрофон, так что мы уже устроим с вами караочные вечера. Я шучу, конечно, надо будет отдать, потом отнести. Подарки. Вот. Вот такая вот коробочка классная. В ней были вот эти вот часики, которые я уже ношу. Они обалденно удобные. Знаете, такие лаконичные, стильные. Подойдут под любой образ, какой бы то ни был. Я никогда не видела, чтобы так вот часы продавали. То есть банка открывалась, и там часы. К этим часам у меня есть вот такие вот ремешки. Я думаю, сейчас можно носить белые. А летом вот такие вот... Яркие ремешочки. Эти часы мне подарила Колина мама и Колин папа. Спасибо вам большое, Светлана Васильевна и Андрей Миронович, за такой приятный подарок, потому что я думала о часах, вот, которые мама мне привезла с котиком. Они действительно оказались маленькими, но это моя ошибка, я их заказывала. Я уже думала от Джума или Алиэкспресса еще заказать себе часы, но уже не надо. Поэтому спасибо вам большое. Ой, сейчас. Ребята, стою на коленях, пипец, как неудобно. О, но надо. Надо поблагодарить. Я же правильно должна принимать подарки, как вы и сказали. Колина бабушка мне подарила вот такой вот конвертик. В нем денежка. Спасибо большое. Очень приятно и очень, честно говоря, неожиданно. Ну, как-то, знаете, я вообще всегда говорю, что мне ничего не надо, действительно, потому что, мне кажется, самое главное в дни рождения — это получить заряд позитивных эмоций и... кайфануть. Вот это вот самое главное. А подарки — это уже... Это не основное. Дальше. Коля мне подарил, если мы уже начали за Колю говорить, я тут. Голова моя только тут. Но это пока, потому что Коля подарил мне вот такой вот штатив. Блин, стою на колени. Вот это надо было встать на колени. Вот такой он такой, знаете, моцный. Вот такой. Вот ручки вот так вот как-то странно. Я еще в нем разберусь. Может, я какой-то видеообзор сниму, я не знаю. Но пока вам показываю. Вот такой он высокий. С головкой, которую можно поворачивать. И дополнительно Коля купил это вообще штатив для фотоаппарата. Соответственно, я думаю, что он мне очень долго прослужит. Вот такую вот штуку для телефона. В общем, Коля всегда дарит нужные подарки. Я очень давно хотела штатив, очень много об этом говорила. Но это не значит, что я намекала, что мне надо этот штатив. Но он действительно был нужен. Я себе жалела, мне было жалко. А Коля мне его подарил. Сейчас вам покажу коробку. Вот. Вот так вот он будет выглядеть. Спасибо большое. Он такой вот прям моцный-моцный. Не знаю, я много говорю слово благодарность. Я считаю, что это правильно. Потому что... Ну, потому что нужно говорить то, что тебе хочется, делать то, что тебе хочется, прежде всего. Чехол был в штативе. Поскольку я дубль 2 записываю, поэтому так. Дальше, за Юлю я вам показала уже конвертик. Вот еще Коля с Самвелом тоже мне подарили. Коля, помимо штатива, подарил вот этот вот конвертик. Очень, кстати, красивый. Тут есть подпись. Хай успех завжди поруч, іде і кожна мить наповнюється добром. Дякую тобі, Коля. Коля, кстати, тост на украинском. Я не прикалывалась, Коля. Коля молодец. Даже то, что прочитал, все равно. Коля много говорит и много делает. Не читая, я не считаю, что это показатель человека, то, что он прочитал там с интернета, неуважение и так далее. Этот конвертик подарил Самвел, кстати, очень такой тоже красивый, яркий. Тут ничего не написано, но тут... Ого!
Но тут, ого, спасибо большое, Самвел. Еще Самвел мне подарил вот такой вот пакет большой, большинный. И в Роше, я не знаю, есть у нас в Украине, вернее, есть. Если у вас в России этот бренд. Давайте посмотрим, что там. Тут очень много всего. Такой гель для ванны и душа, манго-кориандр. Я обожаю запах манго. Мне кажется, оно обалденно пахнет. Тут прям как манго рядом со мной. Кстати, я хочу манго купить себе, но не могу найти спелое. Вот классное, по-моему, в Турции с мамой ели. Вот там было классно. Здесь я в Украине пока не нахожу. Дальше. Вот такой вот шампунь. Догляд за Рослином и гель. Ну, короче, шампунь вот такой. Буду уже читать. Я уже, честно говоря, просто хочу немножко прилечь отдохнуть, потому что как-то вот все через верх эмоционально и немножко ты истощаешься. Вот такой шампунь и гель для... Ой, шампунь. Бальзам и шампунь. Кстати, пробую сейчас новые, потому что покрасила волосы, соответственно, нужен немножко другой уход. Вот, насколько я знаю, 98% натуральная косметика и в Роше. Будем пользоваться только натуральной. Так, дальше. Вот такое вот молочко для тела с миндалем и макадамией. Спасибо большое. И с манго. Манго, манго, манго. Мой любимый запах. Манго. Мне больше ничего не надо, только манго. И вот еще такой крем тоже натуральный для рук. Он, наверное... Нет, он открытый. Я, кстати, буду им... Вот, наверное, с сегодняшнего дня начну именно им пользоваться. Хочется попробовать действительно натуральную косметику. Такой имеет приятную текстуру. Смотрите, беленькую. Так, что я хотела еще сказать? Сейчас встану с колен и скажу. Я вся в цветах, в букетах, счастливая. Спасибо вообще всем большое, кто мне писал поздравления в социальные сети. Обязательно все прочитаю, всем отвечу. Все комментарии почитаю, сердечки поставлю. Не знаю, для меня это удовольствие, допустим. Я понимаю, что... Ну, там мне хоть иногда говорят, что я за лести поставлю сердечко, но я считаю, что человеку приятно, когда на него каким-то образом обращают внимание. Ну, это как по мне, это мое... Мое мнение. В целом я хочу сказать, что понятное дело, что я живой человек. Я тоже читала комментарии, мама моя тоже читала комментарии, смотрела видео. Кстати, мама говорит, а что там было неприличного, что там было такого? Как-то мама с юмором к этому всему относится в плане моего, наверное, поведения какого-то. Она знает, что я взрослый человек, что я нормальный, адекватный, что я понимаю, что я делаю, зачем я это делаю. А зачем я это делаю, у всех стоит вопрос. Я вам хочу сказать, что я это делаю не для того, чтобы, знаете, вот сняться, чтобы ко мне пришли люди, подписались. Я считаю, что это вообще глупость, потому что, ну, на моем канале немножко другое, да, то есть я более такая спокойная, но это не значит, что я не настоящая. Я настоящая и там, и здесь, и везде. Просто под разное настроение попадает, под разную компанию. То есть я понимаю, что где-то я хочу реально кайфануть и расслабиться, как это было вчера, да, и у меня, благо, была такая возможность, спасибо Юле, Коле и Самвелу за эту возможность. Где-то я понимаю, что вот, ну, допустим, спокойные люди, более приземленные, скажем так, я с ними вот более приземленно общаюсь, знаете, не, как сказать, ну, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Для меня вообще самое главное, вот даже на моем дне рождения было то, что, чтобы люди чувствовали себя максимально комфортно. Насчет гостей. Ну, я вроде бы как бы на все вкратце отвечу. Если будут какие-то вопросы, мы с вами сделаем трансляцию. Можете там эти вопросы задать напрямую, без каких-либо... Если кто-то думает, что я сейчас там записываю, что-то вырезаю. Нет, я записываю прямо, потому что нет, честно, сил монтировать. Даже выложу так, как есть. У меня есть друзья, у меня есть знакомые, но, к сожалению, зачастую они находятся в других городах, в других странах. И я не могу заставить людей, и люди не могут ради меня приехать для того, чтобы поздравить меня с днем рождения или еще что-то. Я просто знаю, что эти люди есть рядом, что я их люблю, что я их ценю, и, ну, для меня это самое главное. Вот. Что касаемо дружбы, я вам говорила, что дружба — это весьма взаимное чувство, и чтобы там, допустим, что-то претендовать, требовать и так далее. Я пригласила этих людей, потому что мне захотелось это сделать, потому что эти люди для меня действительно очень много сделали, очень, скажем так, дали толчок к изменению моей жизни и в правильное время, в правильном месте. Вот тогда я действительно осознала и поняла, что просто так наши люди
Просто так люди в нашу жизнь не приходят. Насчет базы я платила. Я где взяла деньги? Я заработала. Я работаю. Благо, у меня есть работа, с которой я, допустим, раз, хотя бы раз в жизни я могу себе праздник какой-то позволить. Прям у нас и бильярд мы не снимали там. И, то, что говорили, что вы 10 минут сняли, потанцевали, и потом сидели как пенсионеры. Нет, мы веселились, танцевали, пели. Было много песен, и так было приятно. Знаете, как-то вот... Вот на душе реально приятно. В общем, как-то так, вкратце я вам рассказала. Вот. Если будут какие-то вопросы, задавайте. Если хотите, задавайте под этим видео вопросы. И, соответственно, мы их потом с вами обсудим, если вам это так нравится. Всем спасибо большое, что посмотрели это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И мы скоро, очень скоро с вами встретимся. Будет сюрприз.